Оказался ли готов «Зенит» к первой встрече со своими поклонниками на Петровском? Мне непонятно, по какой схеме играет Спалетти. И я думаю, что больше половины футболистов не понимает этого. Кто станет следующим новичком петербургского клуба? Вот эти покупки игроков, на которые тратятся миллионы, кто за это будет отвечать? Вот кто купил Родича? Когда выйдет на поле Роман Широков? Долгий простой не способствует вот максимальной форме. Есть другие лидеры, которые выходят и играют. Свободный удар с Леонидом Генусовым. Вы обязаны дать золотые медали? Вы обязаны выходить из группы? В понедельник в 21:40 на 100 ТВ.